Пришли помочь, потому что такая грязь – это неуважение к людям, которые посещают данное учреждение. Необходимо навести чистоту. Мы им помогли. Все прекрасно понимают, что крайне необходимы финансовые средства, временные средства для того, чтобы навести здесь порядок, отремонтировать крыльцо, увеличить штатные единицы, заменить линолеум. Вполне реально коллективам вымыть грязные стены, полы, вымыть грязные столы, разобрать кучи мусора, которые в этом учреждении находятся, подумать о том, как организовать уход за комнатными растениями. Мы приглашаем к открытому диалогу руководство кадастровой палаты и очень надеемся, что вот это приглашение будет принято.